Еще раз добрый вечер. Вот приближается Новый год. Многие люди начинают отмечать его уже сейчас у нас. Это, знаете, вот такую историю, как муж возвращается утром домой, ну, в ночь со 2 на 9. Стараясь никого не разбудить, на цыпочках крадется на кухню. И вдруг ярко зажигается свет, его встречает жена и говорит: «О, приперся!» «Как ты вообще дошел, я не знаю, а?» А он и медленно протягивает руку вперед. Говорит: «Что ты мне руки тянешь? Что руки тянешь? Мириться вздумал? Не буду я с тобой мириться. Что руки тянешь?» Говорит: «Слушай, у меня сил нет. Скрути себе фигу сама». Вот давайте об этом поподробнее. Наверняка некоторым из присутствующих в зале мужчин хотя бы раз в жизни доводилось приходить домой в состоянии легкого подшофе. Ну или не совсем легкого. И не совсем приходить. А как в песне: «Здравствуй, мама, возвратился я не весь», натыкаясь на теплый влюбленный взгляд супруги. Выглядит все примерно так. Эпиграф. Если выпил хорошо, значит утром плохо. Если утром хорошо, значит выпил плохо. Добрый вечер, дорогая. Вот и я, цветов не надо. Да, явился. Нет, ты знаешь, не запылился. Кто лыко не вяжет? Я лыко не вяжу. Но начнем с того, что я вообще не вяжу. Тем более это твое лыко. Дай выкройку свяжу. От кого разить за километр? От меня за километр? Это ты так далеко. Слушай, а как рядом? А я еще думаю, почему я тебя больше помню, чем вижу? Не, ну ты странная, сколько градусов, сколько градусов. Не, откуда я знаю, сколько градусов? Не знаю, минус 20 сегодня. Холодно. Хорошая собака хозяина не выгонит. А сколько градусов в том, что я пил? Не, откуда я знаю? Вот ты когда пьешь чай, ты что туда, градусник опускаешь? Ты меня в последний раз спрашиваешь, что пил? В последний раз? В последний? Это ты себя так плохо чувствуешь? Ну ладно, ладно. Посидели немного. Что значит нахрюкались? Не, ну ты странная, что бы мы хрюкали? Тихо посидели, тихо поорали. Ну что поорали? Ну что мужики орут, когда вместе собираются? Битлз. Песня про идею. Есть идея. Та-та-та-ра-та-ра, есть идея. Ну что повод? Обмывали у Коляна евроремонт. Это позавчера было? Тогда день рождения. Праздник детства. И никуда от него не деться. У Сёмы. Я не понимаю. С кем пил? Не, ну ты странная. Да, вчера то же самое. Да, 2 дня. Потому что у Сёмы были затяжные роды. Ну вот опять, что пил. Ну пристало, как банный таз. Слушай, я ничего не помню. Да какой зеленый змей? Ты про что, про спрайт? Не дай себе просохнуть. Кто нажрался? Я нажрался? Нет, я как раз голоден. Ты посмотри на меня, кожа до кости, 72 кг. Из них 70 – это К и 2 остального. Ну. Я вообще не пойму, откуда такие вопросы провоцикованные? Я ничего не пойму. Ты что, пьяная? Ну подумай, ну что ты несешь? Пришел на бровях. Ты можешь рассуждать трезво, как я. Ты вообще трезвая бываешь? Кто шары залил? Я шары залил. А ты что, шары купила? Ну извини. В
все иду подтирать, только не ругайся.